Корь – это острое инфекционное заболевание. Оно очень заразно, вирус легко передается от человека к человеку, и практически все, кто был в контакте с больным, тоже заболевают, если не переболели ранее или не были привиты. У кори характерные симптомы. Поначалу она протекает как респираторная инфекция. У больного появляется температура, кашель и насморк, конъюнктивит и боль в горле. Четвертый-пятый день появляется сыпь. Сыпь высыпает этапно. Вот при кори типичной сыпь начинается с лица, потом на туловище, на руки и потом уже на нижние конечности. В это время состояние больного очень тяжелое. Температура может доходить до 42 градусов. Лекарства от кори не существует. Медикаментозно можно лечить только симптомы. Прежде всего, опасность представляют осложнения. Были осложнения такие, как и пневмония, и бронхиты, и энцефалиты даже. А сейчас вирус вообще, вот когда его хотят уничтожить, а он хочет жить, он мутирует и принимает более такие формы и заболевания более тяжелые. Единственная защита от кори – это прививка. Она делается двукратно. Детей вакцинируют в возрасте 1 года и 6 лет. Взрослые, которых не прививали в детстве, могут сделать прививку до 35 лет. В основном вакцины переносятся хорошо. Иногда отмечают небольшое ухудшение общего самочувствия. Среди детей у нас высокий процент привитости, достигает 97%. Но, к сожалению, вот в возрастной группе неорганизованных детей, то есть тех детей, которые еще не пошли в детский сад и которым уже исполнился годик, нужна же первая прививка. И среди таких детей у нас только 83% привитых. Прививка от кори есть в нашем городе в достаточном количестве. Сделать ее можно бесплатно, обратившись в поликлинику. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.